акция «Лето с Ленинским мемориалом» расширила свои границы и ввела новые активности. Пятничный вечер можно провести за увлекательными квестами, а площадки усадьбы Ульяновых и летние эстрады работают оба выходных. Также в субботу и воскресенье с 18:00 у квартиры музея семьи Ульяновых выступают музыкальные коллективы Ульяновской филармонии. На протяжении всего июня каждую среду и воскресенье на летней эстраде проводятся мастер-классы «Аргентинский фольклор». Еще одним важным нововведением станут субботние занятия хатха-йогой на площадке у Аллеи пионеров. Начало в 10:00. Каждое воскресенье в 11:00 для всех желающих на Аллее пионеров будет работать передвижной пункт «Здоровый город». А в 17:00 ульяновские врачи будут проводить публичные лекции. Всем приятных, увлекательных выходных. Ирина Антонова, новости Улправда ТВ.